Основные причины смерти по данным ВОЗ. На примере статистики 2012 года. В 2012 году по оценкам специалистов ВОЗ во всем мире умерло 56 миллионов человек. Представьте себе разнородную международную группу, 1000 человек, являющуюся репрезентативной выборкой женщин, мужчин и детей со всего мира, которые умерли в 2012 году. Из этих 1000 человек 153 человека дети до 15 лет, 412 взрослые до 69 и 435 это пожилые, более 70 лет. Каковы были бы 10 главных причин их смерти? 10. Гипертоническая болезнь и ее осложнения, унесшие 1 миллион 100 тысяч жизней. 9. ДТП. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 1,3 миллиона человек, что примерно на 300 тысяч больше, чем в 2000 году. 8. ВИЧ-СПИД. Уровень смертности от ВИЧ немного снизился до 1,5 миллиона случаев смерти в 2012 году против 1,7 миллиона в 2000 году, став 8-й основной причиной смерти. В 2000 смерть от СПИДа занимала 6-е место. 7. Диарея, расстройство желудка. Ежегодно в мире регистрируется 1,7 миллиона случаев диареи. Употребление в пищу загрязненных пищевых продуктов и воды унесло жизни 1,5 миллиона человек. Среди детей в возрасте до 5 лет это вторая по значимости причина смерти. 6. Диабет. Это 6-я причина смерти во всем мире. От диабета в год сейчас умирает порядка 1,5 миллиона человек, что на 500 тысяч больше по сравнению с 2000 годом. 5. Рак легких, трахеи и бронхов. От этих заболеваний сейчас умирает не менее 1,6 миллиона человек в год. Для сравнения, в 2000 году это стало причиной смерти 1,2 миллиона человек. 4. Распространенной причиной смерти стали респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Они унесли жизни 3 миллионов человек. 3. Возросло число случаев смерти от хронической обструктивной болезни легких, при которой возникает необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях. Заболевание стало 3-й по значимости причиной смерти в мире. От него умерло 3,1 миллиона человек. 2. По количеству смертей 2-е место занимает инсульт, унесший жизни 6,7 миллионов человек. 1. Ведущей причиной смерти давно уже является ишемическая болезнь сердца. От нее умерли 7,4 миллиона человек. То есть проблемы с сердцем, первая и вторая причина вместе, стали причиной смерти для 17,5 миллионов человек. От сердечно-сосудистых заболеваний умер каждый 3-й из 10. Нулевая и главная причина – просто от старости. Клетки человека с возрастом перестают делиться и умирают. Лимит Хейфлика – это количество делений клетки – не более 50-52, не больше. Подпишитесь на канал Medical Advice, и вы не пропустите следующее видео о здоровье.